расширяет ваши горизонты применения вас как человека, как гражданина, очень широко, потому что с этим дипломом, посмотрев, что это диплом именно военнеха, ну, он очень ценится в нашей, не только в нашей стране, но и в других, в том числе и в Киргизии, и в других странах. Я хочу пожелать вам удачи, и чтобы вы всегда с гордостью несли это звание выпускника военных. Начинаем церемонию.